что, полетели? Второй матч нашего кубка конференции А. Наполе, Капитал Лайф и Сбербанк. В первом матче, напомню, HSBC одержал верх над Метлайфом. Выходит вперед, сдает достойный темп борьбы. И ну вот сейчас будем выявлять второго лидера. Конечно, встреча может закончиться в ничью. Тогда команды поделят очки. Ну, матчей не так много, поэтому поражение, а то и ничья может означать уже то, что команда не станет обладателем кубка. С командой у нас в чемпионате играли. Обе выступали во втором дивизионе. У Сбербанк страхование 5-е место, у Капитал Лайф 6-е. Личная встреча команд закончилась со счетом 3-3. Пока ни Сбербанк страхование, ни Капитал Лайф толком не может зацепиться за мяч. Полторы минуты подготовки на разведке боем. Шкель. Не получилось. Перевод с одного фланга на другой. Shadow? Тень? А, Shadow. Почему бы и нет, скажем себе. Три минуты отыграли, пока без единого момента. Да, мне сегодня еще на Динамо ехать. Момент оценен как игра рукой. Спасибо, Миша. Белые. Мяч с линии. Будет Сбербанк страхование. У Сбербанка страхование побогаче скамейка запасных. Три человека против одного футболиста у Капитал Лайф. Так что в концовке матча Сбербанк страхование должен быть посвежее. Но, может быть, это и сыграет решающую роль.
Некому действительно делать передачу, только так через все поле, в борьбу. Ну, хотя бы удалось заработать угловой. Чужим воротам продвинулись. Штиль отличную передачу сейчас сделал, практически на линию ворот. Тут вон на поле у тебя психодельный транс. Может, они тоже вчера посвятили, вчера бухали. Шкель скорее бил сейчас по воротам. Штанга с просто ворота Capital Life. Поплотнее к игрокам встаньте. Две минуты до конца, еще один стандарт белых. Шестой угловой уже. Сбербанк страхование. Зайди в штрафную. Не стой, не стой рядом с ним, попробуй забежать. Много угловых, немало ударов у Сбербанк страхования, но вряд ли можно назвать один из этих моментов опасным. Борьба за мяч, штрафной Сберстраха. Делся за пределами, на стол штрафной. Давай, выходим, выходим, 20 секунд. 20 секунд нужно доиграть, и команду идут на перерыв. Аккуратно. Ну что, попробует провести заключительную атаку Сбербанк. Давай, секунды, перерыв без забитых мячей. Как током шибал Электро-Юрий. Лучше он мышку вырубал, я тебе говорю. Он два раза током вырубил мышку, два раза вырубил табло. Просто Электро-Юрий. Короче, мышка сегодня не работает. Ну вот, это с вчерашнего дня. Как Юра ее шарахнул. Что? Короче, три дивизиона, четыре команды играют в круг. Все, кто выиграл, молодец. Считаем очки. Второй тайм, 30 секунд уже прошло от него.
такой малособытийный футбол. Рук играем 3 по 3. 3 команды по 3. Ну, 4, нет, 4 команды играют в круг. И вот так вот 3 раза. Алло, Костян, слышь, что, поправь свои стороны. Левый. Надо посчитать, да. Yes, yes, yes. I think, yes. Отскок в пользу Сбербанка. Вся борьба в этом матче проходит в центре. Вот редкий удар Capital Life. Но прыжок был отличный, навес хороший. Все получилось, кроме удара. Нужно подниматься. Никакого пенальти здесь не будет. Упущен мяч за пределы поля. Пока все идет к тому, что забитые мячи мы можем не увидеть в этой игре. Игра рукой. Вратарь в последний момент уже непонятно чем рукой или ногой выносил мяч с линии. Да похер, я уже отметил. Капитал, мяч прихватывает. Последняя четверть матча начинается. Сберстрах. Чуть побыстрее можно было атаку развивать и выходили бы практически 4 против 2. Получился обыгрыш у нападающего Капитал. Подбор тоже за красными и забивают. 1-0.
Записываешь минуту? Good job. Good job. Закрытый вчерашний материал. Сборный мяч. Гриш. Drop ball. Drop ball. Drop ball. Drop ball. Yeah. Вот удар. Время бежит стремительно, все меньше. Его остается у Сбербанк страхования для того, чтобы счет сравнять. Ну, самое главное, что не пропустили второй. Тайм-аут берет Capital Life. Грегори. Слушай, что такое? Ты смотри, 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 Миша, как кофе носит. Смотри, Миша там уже с кофе стоит. Игра продолжается. Пошел отсчет от 180. Ну, во втором тайме Капитал был поопаснее Сбербанка. Свободный удар. Нет, там не free kick, а kick throw. Нет. Надо записать. А, indirect. Это был kick throw. Машина сейчас. С машиной? Конечно. Clearance. Сбербанк. Раз, два, три. Уже 4 игрока в атаке у Капитал. И численное преимущество здесь работает. Количество переходит в качество. 2-0. Минута 20 у Сбербанка остается, чтобы забить хотя бы 2. На лучше больше, чтобы набрать достаточное количество очков. Очередной игрок Капитал в атаку. Должны были сейчас забивать третий. И все-таки третий забиваю. Рассыпался Сбербанк во втором тайме. В первом смотрелись довольно неплохо, но... У нас минута. Шкель, но в одиночку всю команду соперника не обыграет. Ну, столкновение на грани фола. Нужно бить. Вратарь хорош. Ну, кого-кого, голкипера здесь нельзя винить в трех пропущенных мячах. Да, ну иди. Все это ложится на совесть защитников. Хорош. Все нормально. 10 секунд.
Угловой. Здесь может забить Сбер хотя бы гол престижа. Все. Матч окончен. Счет 3-0. Шампанское победителю не положено.